Ну что, покраска идет. Покрасил вот эту сторону. Не смотрите пятна, это оно высыхает. Вот это покрасил и вот до сих пор. И вот это покрасил. А здесь потолок не красил, потому что здесь белый цвет. Потом отдельно докуплю белую краску. Буду красить все потолки. Сейчас только стены. Цвет магнолия. Вот. Но у меня еще там фарш был в морозилке уже. Не пойми, сколько времени говяжий. Вот я решил его что-то с ним приготовить. Так, дано, задачка. Есть фарш, есть большой кабачок, лучок. Надо с этим что-то придумать. Посоветуйте, что это будет. Что можно придумать? Что можно придумать? Есть еще один кабачок. Ух. Надо что-то с этим забамбашить. Сейчас что-то будем думать. Просто с головы. Пху, полет фантазии. Мой фарш тут приготавливается, и решил с кабачком что сделать. Значит, смотрите, он уже старый, вырезал все семена, режу вот такими полукольцами, а там придумаем, что с этим делать. Что-нибудь придумаем. Голова для чего на плечах? Чтобы думать ею, ну, иногда кушать ею и говорить. Нашел вот такую глиняную посуду, по скидкам была в Тики Максе за 5 фунтов. Вот, пришло время ее использовать. Сейчас помою и буду туда и в духовку запекать. Берем форму, смазываем ее маслом. Просто вот так смазываем всю форму маслом. Для чего? Аж, чтобы было. Кашу маслом не испортишь, знаете. Отлично. На дно выкладываем наш кабачок. Вот такой вот игрушкой. Вот такой вот историей. Вот так вот. Теперь сверху фарш. И так повторяем, чередуем, пока не закончится кабачок и фарш. Вот пушка-бомба. Поехали, еще есть кабачок. Присолим сверху и закрываем фольгой. Духовку включаем на 180 градусов. Такая картина у меня получилась. И я отправляю это все в духовочку. 180 можно даже добавить. Ставим час. А дальше видно будет. Потом снимем фольгу и зададим корочку. Правда, у меня сыра нету. Вот беда. Ну ничего, будет без сыра. Довольствуемся тем, что есть в наличии. А в наличии холодильник не очень полный. Но ничего страшного. Главное, что есть Coca-Cola Zero Sugar. 45 минут прошло. У меня тут такая вот смесь готовится. Здесь у меня сметана, 2 яйца, чуть-чуть водички, соль, перец. И сейчас этой всей штукой заливаем сверху и отправляем еще минут на 15 или 20. Уже без фольги. Конечно же, без фольги. Так, попробуем одной рукой это все дело сделать. Тоже оно еще горячая, зараза. Все, 15 минут максимум. И бомбяу. Ну, посмотрим, что у меня тут за вкусняшка получилось. Ух, смотрите, какая красота. Ах, я думаю, готово. Выключили. Оставляем теперь это все дело. Пусть оно себе доходит в духовочке. Ну и завтра уже будем кушать. Конечно, это не на сегодня. Это было на завтра.